эмоции, команда достаточно хорошо стартует. Вот, и, в принципе, кого считаете главным конкурентом в борьбе, если есть такие задачи за призовые места? Да, задача есть выйти с первого места с группы, то есть занять первое место. Я скажу, что начало у нас было очень провальное, то есть без тренировок, без ничего собрались, первую игру совсем зацелили, нас возили как могли, проиграли, правда, 3-1, нам повезло. А сегодня собранность была 100%. Достаточно команда неплохая была, но не хватило им, много не хватило по скорости. Спасибо.